Тебя что, в школе не учили говорить? Ты не знали же? Слушай, ты ободранная кошка, стой! Когда взрослые говорят, молчать! Ты не взрослый, ты совсем старая, и что ты здесь делаешь? Слушай, дай ему говорить, срочно, что ж, ёлки-палки. Вот это я залетела, а? Ой, я за Снегурочкой! За Снегурочкой летела, вижу, подарками куда-то торопится. Ой, а я куда залетела? Ну ничего. Ой, какая здоровная булочка сидит. Ты моя хорошая. Ой, снегорень, его невозможно съесть. Горле застрянет. Что, кого можно съесть здесь? Ой, зайчик ты мой пухленький, ух ты хорошенький, ух ты мой хороший, ой, я тебя возьму в лес, да не хочешь? Да кто ты такая? Это мои дети, ты хорошая. Это мои дети, что ты вообще? Твои дети, да? Да, мои. Все твои? Все мои. А их сколько здесь, скажи мне? Много, не считать. Да? Да. А вы мне скажите, как это может быть? Одна старуха и столько детей. Я знаю, кто и ты. Я одно не могу понять. Бывает два, три, четыре. Столько? В один раз? С ума сойти. Мы 21 век. Чудо-юдо. Ох, какой пухлый. Ох, курочка, ты мой хороший. Вот видишь, кто тебя съест. Ой, снизу меня? Ой, ты что? Слушай, чего? Давай я тебя возьму в лес. Зачем? В избушку. Ты будешь для меня песенки петь и плясать. Ну ты даже сама не умеешь песни петь. Еще хочешь, чтобы я пошла и пела? Детишки хорошие мои, курочки мои. Это что такое то делает? Ты что там? Хулиганишь. Вот скажу Кощей, вот тебя заберет. Ты нам зубы не заговаривай, ты песни петь можешь? А ты можешь? А? Ну я и не говорю, что я могу. А я могу. Я первое место получил снизу вверх в лесу. Ну сейчас посмотрим. Пожалуйста. Есть в лесу.